Анапа одержала победу над Олимпом со счетом 3-0. В это воскресенье на стадионе «Спартак» состоялся первый матч Кубка губернатора. Наша команда «Анапа» сразилась с командой «Олимп». В итоге хозяева поля одержали победу со счетом 3-0. Победу команде принесли Цапко, забивший первый гол в первом тайме, и Мусальян, закрепивший победу двумя мячами в ворота противника во втором тайме. 30 апреля футбольный клуб «Анапа» отправится в Геленджик, где будет играть против местной команды «Спартак».